Бренд-бук и единый стиль оформления. Многим посетителям новой амбулатории в микрорайоне Бутово-Парк слова мало знакомые. Однако все эти вещи, несомненно, людям нравятся. А что самое главное, делают посещение медицинского учреждения куда комфортнее. Эта поликлиника заработала в сентябре прошлого года. На торжественном открытии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который тогда отметил, насколько современный вид она имеет. И здесь речь идет не только об оформлении, но и об оборудовании. Чего только стоит один офтальмологический кабинет, где находится офтальмокомбайн. Новейший медицинский прибор. С помощью него можно узнать абсолютно все о зрении. Или хирургический кабинет. В Бутовской амбулатории хирург имеет возможность даже выполнять мелкие операции. Чем оборудован ваш хирургический кабинет? Хирургический кабинет, в частности, операционная чистая или перевязочная. У нас оборудовано есть дезар, есть бестеневая лампа за мной находится, мойка для инструментов, в том числе ультразвуковая мойка для инструментов, есть ультралайт, лампа для стерилизации, для поддержки стерильности уже готовых стерильных инструментов и перевязочного материала. Есть у нас оборудование электрохирургическое, то есть коагулятор высокочастотный, который используется для манипуляции. В том числе при операциях на коже поверхностных тканях. До 5 сантиметров можно удалять в амбулаторном порядке. Так как микрорайон, в котором находится амбулатория, новый, большой популярностью пользуется кабинет гинеколога. Сейчас на учете более 100 молодых беременных женщин, которым оказываются высокопрофессиональные медицинские услуги. Гинекологической патологии много, молодых женщин репродуктивного возраста, детородного, с разными гинекологическими патологиями. Кабинет оснащен кольпоскопом, электрокоагуляцией. Мы лечим патологию шейки матки, обследуем на половые инфекции. То есть полное клиническое обследование проводим всем женщинам. Бутовская поликлиника – единственная в Ленинском районе, которая оснащена таким дорогостоящим и современным оборудованием. Сегодня я проходила УЗИ щитовидной железы. Ну, вы знаете, для женщин после 45 это, по-моему, самое важное при наших современных раскладах, при всех. Ну, периодически женщине хотя бы раз в год нужно проходить все процедуры, чтобы быть здоровой. В современных условиях человеку быть здоровым стало намного проще. Ведь теперь поликлиники не отпугивают бесконечными очередями. Да и получить направление не составляет труда. Возможность использования интернета активно входит в нашу жизнь. Пациентам Бутовской амбулатории доступна запись к любому врачу через интернет, по телефону или в холле поликлиники через информат. Да и сама регистратура – это уже не маленькие окошечки, а полноценный ресепшн в открытом доступе. И здесь их два – для взрослого и детского отделений. Также работает дежурный администратор, к которому можно обратиться по любым вопросам. Очень удобно. Пациент уже знает время, ему удобное, когда он может посетить врача, приходит в поликлинику и сразу, как бы минуя регистратуру, минуя взятие к своей амбулаторной карты, уже идет к врачу. У врача уже подобраны карточки, в том числе врач ведет как электронный вариант амбулаторной карты медицинской записи, так и бумажная. Все это распечатывается после приема и вклеивается в амбулаторную карту. Для большего удобства пациентов амбулатория имеет удобную систему навигации. На каждом этаже висят информационные табло. Но самое важное – это то, что Бутовская поликлиника на 100% укомплектована врачами-специалистами, что позволяет пользоваться всеми услугами медицинского учреждения. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.